Здравствуйте! На праздничный стол и салат хочется подать необычно. Сейчас я приготовлю салат из баклажана, а выглядит он будет как красная шапочка. Нам понадобятся баклажаны, перец сладкий, помидоры, чеснок, оливки, оливковое масло, яйца для украшения, майонез, сыр и зелень. Ставим перцы запекаться в духовку. Пока перцы пекутся, нарежем баклажаны кружочками и обжарим их. Кружочки должны быть толщиной 5 мм. Баклажаны я выкладываю на салфетку, чтобы удалить немножечко жир. Перцы в процессе запекания надо перевернуть. Баклажаны нужно остудить. Достаю из духовки перец. Он не должен быть сильно мягким. Чтобы перец хорошо очистился, его нужно положить в кулек. Помидоры нужно очистить от кожицы. Надо сделать надрез крестиком. Залить кипятком. Помидоры заливаю на несколько секунд, потому что они не должны быть мягкими. Очищаем от кожицы. Кожица очень легко снимается. И помидоры остаются целенькими. Помидоры разрезаем на четвертинки и очищаем от семян. Каждую четвертушку помидора надо разрезать пополам. Оливки нарезаем кружочками. На мелкой терке натираю сыр. Очищаем перцы от семян и кожицы. Такие кусочки перца нужно оставить для украшения. Остальной перец надо порезать так, как помидоры, на треугольнички. Измельчаем зелень. Отделяем желтки от белков и натираем на терке. Желток также натираем для украшения. В майонез выдавливаю чеснок и хорошо размешиваю. Форму я выстелила пленкой и теперь начинаю выкладывать баклажаны. Это будет первый слой. Солю, перчу и смазываю майонезом. Немножко зелени, перец. Солю, перчу и опять майонез. Чуть-чуть зелени, помидоры. Каждый слой нужно укладывать очень плотно. Майонез, оливки и сыр. Смазываем майонезом. Все слои повторяем, пока не закончатся продукты. Не забывайте плотно укладывать. Последний слой выкладываем баклажан. И ставим салат на 1 час в холодильник, чтобы он пропитался. Салат пропитался, выкладываем его на тарелку. Обкладываем салат дольками перца. Смешиваем белок с сыром и на шапочке делаем опушку. Немного сыра с белком откладываем в желток для помпона. Формируем помпон и выкладываем сверху на шапочку.
Этот зимний салат украсит ваш праздничный стол. Приятного аппетита!